have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и вот такая вот игрушка мне вылезла в рекомендациях в Стиме. Я решил, что запишу на нее посмотрешку небольшую. Я вообще пролетел мимо этой серии, а тут уже оказывается аж прям третья игра, оказывается, существует первая, вторая. Посмотрим именно на третью, потому что, ну, вот она сейчас всплыла, я ее сейчас взял. Орки должны сдохнуть. Три. Вот, пойдем играть. Я чуть-чуть просто полазил на строчках, поменял язык, поменял пару вещей по звуку. Я думаю, что должно быть нормально. Поехали. У нас тут, в принципе, больше ничего нет. Дни испытаний и старые друзья. Поехали. Сюжетное задание. Более медленные и слабые враги. Нет ограничений времени по установке. Ну, так, сбалансированная сложность. Пойдем на сбалансированной сложности. Я не знаю, что это такое. Я вообще в жизни в глаза это все не видел. Поехали. Максимилиан исчез. Никто не знает, где он. Он оставил орден. Вот это морда. Оставил меня с этими детьми. Иган родился с магическим талантом. Он понятия не имел, насколько силен. Что-то он слишком, вам не кажется, кучерявый. Келси самый старательный новичок в ордене. Но ей не хватало выдержки. Да. Я должна была узнать их возможности. Бум. Настоящий огр вас уже слопал бы. Ясно. Простите, волшебница. Вы будете молить о таком исходе. Думаешь, он вернется? Тынь. Да. А что-нибудь умное ты можешь сказать? Пора. Игры кончились. А я не могу выбрать того человека, с кем я могу себя ассоциировать. Да. Игры, прекратите это, пожалуйста. Почему я должен выбирать между кучерявым и левитацией, так скажем? Ладно. Раз уж на то пошло, и мы будем смотреть на красивые доспехи, всегда тогда готова. Возьмем вот это. Мушкетон Макса и левитация. Звучит неплохо. Цели понял. Хорошо. Можете просмотреть советы меню паузы. Нет, мы просто посмотрим. Это точно не портал ордена. Хотел бы я сказать, что мне это было известно, но... нужна помощь с инвентарем, всегда можете посмотреть. Совершенно да, давайте. Верно, Келси. Так, это против особый. Этого. Наведите курсор на врага. Разместите ловушки и ага, вперед. Понял. Понял. Я отдам новые распоряжения, понял. Когда смогу. Как получается, что мы ее слышим, но не видим? Телепатия, умник. А теперь так, средний давай проверим орк, легкий ловушки орк. В деле. Хорошо, значит, два. Ага, поставить я могу так, так и вот так. Из этого я могу пос... Ну, знаете что? Я могу еще вот так вот. Давайте, выпустите. Я готова. Они с одной стороны пойдут, я же надеюсь. Это, я так понимаю, такой продвинутый Tower Defense, да? Враг собирается прорваться через одни из ворот! Они ринулись через ворота! Да, это такая продвинутая версия Tower Defense. Надо было больше наставить. Я что-то... Это я хаотично сейчас наставил. На самом деле надо по-нормальному поставить. Тут мне за это денежку дают. Делаем просто полосу смерти здесь. Еще больше врагов. Теперь смотрим. На подходе.
То есть я тут стою просто для того, чтобы исправлять... Минуточку, ловушки одноразовые или у них какой-то кулдаун, я не пойму. А, не, не одноразовые, нормально. Ага, третий это у нас на стену. Угу, понял. Интересно, они комбинируются или нет? Давайте еще глянем. Больше врагов на подходе! Ну-ка. А, это не пресс, это выстрелы. Прикольно, тогда нормально, мне нравится. Хорошо, меня пока что вполне все устраивает. До свидания. Норм, работает. А, не пройдено? А, хорошо. Выпустить орду? Поехали. Ага, самое время. Еще больше врагов на подходе! Последняя атака. Отлично. Отлично, глянем. Ну, это их вполне нормально так держит, по крайней мере, вот этих простеньких. Но перезарядка у ловушек долгая. Все-таки приходится вмешиваться. То есть идеальный Tower Defense это когда все уничтожается примерно на первой трети. Так, это 600 стоит? Вот это, кстати, неплохо. Как насчет отпуска? Не, ребят. Отпуск это не про вас. В смысле, ты меня бить собрался? Мы победили. А, да, танцульки, танцульки. Хм. Супер, идеально. Понятно, что идеально. А, бонусы черепа. Давайте посмотрим. А, советы, да. Посмотрим. Так, все предметы. Это можно... Угу. Улучшение здесь. Черепа 45, понял. Купить новое снаряжение. Условия. Как лучше выполняю условия, чтобы открыть. Понял. Итак. Мне 17 черепов, что в принципе хорошо. Столб притяжения. Ууу. Это я в прошлый раз не заюзал. Амулет перезарядки ловушек. Так, минуточку, давайте. А, можно их отсортировать, я понял. Боевой посох это я не хочу. Наверное, вот это можно купить. При выборе ускоряет перезарядку ловушек, при использовании, наверное, совершает их перезарядку. Купить, да, хочу, потому что ловушка перезаряжается медленно. Что я еще хочу? У меня еще 11 черепов есть. Стена глубокой заморозки. Волшебный посох. Стена жернова. Неплохо. Но это же надо их как-то туда пихать или что? Погодите, дротикомет на потолок. Это я тоже куплю. Повышение до второго уровня. А, их прокачивать можно. Все, моя твоя понимать. Надо было свои первые ловушки тоже качнуть, получается, продолжить. Посмотрим, что у нас дальше. Столб притяжения. Врагов та-та-та-та, за еще та-та-та-та-та. Я понял. Черт, волшебница бросает нас в самое пекло. И не говори. Но зато это куда круче, чем наши обычные тренировки. Это не относится к учебе. Так. В этих порталах есть нечто весьма необычное. Все боевые маги Ордена занимаются исследованием. Наконец-то. Я думаю, я возьму вот так. Мы станем настоящими героями, как Максимилиан. А вот это мне же не хватит. Будет, если вы просто оно на две клетки бьет, да? Ну, поехали. Готово, как всегда. Пять атак.
А идут они с одной стороны. А, пока что с одной стороны, да? Враг собирается прорваться через одни из ворот! Давайте уничтожим. Они ринулись через ворота! Вторая возле стенки не очень удачная, потому что они будут бежать. Все благодаря тебе. Так, 700, это четвертое, вот это что ли? Они тут точно пробегать будут. Ну, поехали. Пошли! Они сюда к лестнице бегут, поэтому их нужно еще вот тут держать. Еще больше врагов на подходе! Черт! Враги атакуют с другой стороны! Осторожно! Да. Враги снова прорвались! Вот они! За дело! Никогда. Черт. Я как раз еще тогда смотрел, типа, а вторая сторона не идут. Чуть-чуть не хватает. Хорошо, значит, встречать их нужно где-то посередине, что ли. Откуда они сейчас пойдут? Они сейчас с двух сторон пойдут. Ой, какая красота. Поехали. Задело. Третья волна. Буду их посередине встречать. Посмотрим, еще где они будут больше проходить. На пока подходе. Что здесь. Присели. Там сверху уже идут, вижу. Там проходят, не проходят, не вижу. Тут проходят. Ты валишь отсюда? Нормально, кстати. Они оттуда идут. Так, что у нас там? Победа. Ну так легкая на самом деле. А откуда сейчас будут опять с двух сторон переть? Значит, мне нужен потолочная вот эта вот фигня вот тут, она мне нужна. Потом мне нужен метатель тут. И мне нужен метатель вот тут. Также. Шипы. Ну и все. Хорошо, более-менее мы защищаемся. Поехали. Вперед! Это четвертая атака, давайте. Еще больше врагов да на подходе! Понятно. Мне выгодно, чтобы останавливать их подальше. Сверху идут? Вроде их там поддавливают. А нет, нет, идут. Тут не прошли, вроде не прошли. Вали отсюда. О, хилочка. Не уехали. Отлично. Значит, нужно вот тут. Вот тут, вот тут. Вот тут, еще вот тут. Еще больше врагов на подходе! Вот так, хорошо. Стоим, держим оборону. Ау!
Быстрее перезарядка ловушек надо. Знаете что? Вот такая штука еще нужна. Блин, на вторую такой мне не хватит, конечно. Еще одна Все, победа. Есть. Зря волновался. На самом деле неплохо так затащили. А, значит, мне нужны улучшения по... идеально. Улучшение по ловушкам. Получается... Шип и пол нужно улучшать. Много, потому что я ими много пользуюсь. Давайте вот так вот и сделаем. Попробуем еще одну каточку. Не знаю, с двух сторон, кстати... С двух сторон довольно тяжело. Смоляная ловушка, черт. Она будет замедлять. Волшебница. Но если только самый старый боевой маг может открывать порталы, означает ли это, что... Да, Келси. Старейший маг, мастер Сигнус, если он еще жив. Но зачем ему могло понадобиться открывать порталы для прохода орков из других миров? Я знаю, что порталы являются проводниками магии, но вот эта магия явно недобрая. Пойду только с этой стороны пока что. Сдерживайте натиск орков. Мне нужно отправиться на поиски ответов. Черт, что только что я продал эту ловушку. Она в отпуск собралась. Просто здорово. Ну ладно. Поехали попробуем. Выбрать системы защиты. У меня в принципе все выбрано. Из того, что мне предлагают. Вроде... Минуточку. Вот эту... Она мне добавлена или нет, я не понимаю. Ладно. Попробуем пока что так. Поехали. Пойдут сейчас только с этой стороны. Потом нужно укреплять вторую сторону каким-нибудь образом. Посмотрим, как это все будет происходить. Враг собирается прорваться через одни из ворот! Они ринулись через ворота! Вот они! Ну, неплохо на самом деле. Типа, они проходят, но... Так, вторая атака будет... следующая атака отсюда же? Я понял. Значит... Трешечку. Еще больше врагов на подходе! Эта мелюзга такая быстрая! Это кобальды. Они заставляют наши ловушки срабатывать. Да, кстати, я такого не ожидал. Интересно, они считаются как за прошедшие вражеские силы или нет? Я ему что, ногу подстрелил? Свали от меня. Вот это по мне. Неплохо. Что-то там зелененькое. Так, в этот раз пойдут со второй стороны. Я тебя понял. Значит. Вот так. И вот так. Теперь тут. Ну, блин. Ну, ладно, поехали. Всегда очень, готова. Очень мало хватило этого. Еще больше врагов на подходе! Вражеская армия атакует с другой стороны! Осторожно! Враги снова прорвались! Я их... В принципе, останавливаю на один удар. Куда ты побежала, тварь мелкая? А у меня получается. В принципе, да.
Стой, тварь. Они идут? Нет, со второй не идут пока что. Погляди-ка! Куда его откинуло? А, теперь идут с двух сторон. Это, кстати, четвертая атака. Так, что я могу сделать? У меня 2400, это очень мало. Мне бы... Я думаю, что, в общем, нужно вот эту вот часть... Сейчас удерживать, потому что эти будут заходить, и эти будут заходить. А, и ставить нужно будет... Я думаю, вот эту часть нужно удерживать, и ладно, здесь уже забил. Всех ловить, и тех, и этих. Хотя это очень близко, блин. Еще больше врагов на подходе! Ну, пробуем. Четвертая атака. Перезарядки у меня типа нету. Так, пока что они отсюда, кстати, идут. Ну, типа я не могу перезарядиться по команде, так скажем. Я молодец, я вообще прокачал одни шипы. Прокачал одни шипы, а ставлю другие. Минус, чувак. Они входят в портал. В смысле? Я кого-то пропустил? Мелочь какую-то, да? Держим. Так. На последнюю атаку надо прям попробовать подготовиться. Еще больше врагов на подходе! Тут опасно, конечно. А, один вошел. Это, видимо, вот эта мелюзга какая-то маленькая забежала, которую 20 всего нельзя впустить. Он сразу две ловушки активировал. Три. А ну стоять. А ну стоять, твари. Ты не пройдешь. Видите, они слишком маленькие. Они пробегают по ловушкам, активируют их. Монет маловато. Я понял. Я не посмотрел, что монет маловато. Очередная легкая победа. Ну все, как бы, да, сделано. В принципе, очень прикольная штука, не знаю, мне понравилось, ребят. Пишите, как вам, как вы считаете. Естественно, ну, проходить такое, ну, наверное, мы не будем, потому что это очень крутая игра, но она крутая для прохождения. Я не думаю, насколько она хорошо будет смотреться для... Так, я вот это улучшу. Для прохождения, ну, как бы, в нее круто играть, но я не знаю, как, насколько круто ее будет смотреть. Поэтому пишите, как вам и что. Вот, вообще серия довольно интересно выглядит, тут можно куда? А, я понял. Хорошо, тогда на этом будем заканчивать. Орки должны умереть 3, очень прикольная штука, на мой взгляд. А пока что все, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.